Всем привет, это шоу «Мне смешно», меня зовут Марк Сергеенко. Нет, языковой барьер. Но прежде хотел сказать, вы большие молодцы, все, кто участвует в конкурсе от Мегафона, потому что уже ровно половина пройдена. Что еще за конкурс от Мегафона? Эй, ты чего, повнимательней. В приложении Мегафона проходит конкурс. Каждую пятницу я в этом самом приложении говорю фразу на английском языке с каким-то странным акцентом. И те двое счастливчиков, которые первыми отвечают на вопрос и понимают, что это за фраза, и пишут это, они получают по 2 билета на стендап-концерт. Либо, если это им не подходит, вот такой учебник английского языка. Подожди-ка еще разок. И что, это уже длится? Да, уже мы разыграли 4 билета. И 4 еще сегодня. Представляешь? Ты вообще понимаешь, что происходит? И не думай, что это все. А я думал, это все. Нет, это не все. Для всех тех, кто активно участвует все 4 недели в этом конкурсе от Мегафона, в приложении Мегафона, тот может участвовать в розыгрыше суперприза. И я пока не могу говорить, что это. Ну скажи, пожалуйста. Нет. Ладно, я могу намекнуть. Это вышло недавно, и с помощью этого можно смотреть языковой барьер очень круто, удобно. Вообще классно. Все будут завидовать тебе. Понял? Блин, я вообще не понимаю. Я не понимаю. Ты участвуешь в языковом барьере, в приложении Мегафон, еще и подарки получаешь. У вас все, блин, у всех дни рождения, ё-моё. Давайте резюмируем. Каждую пятницу в 19:00 в приложении Мегафон языковой барьер. А 5 ноября суперфинал. Ладно, сейчас переходим к шоу. Привет, меня зовут Евгений Чеботков, а ты смотришь шоу «Языковой барьер». Здесь я имитирую акцент английского языка, а мои гости пытаются угадать, что я там болтаю, и переводят это на русский. Но у них ни черта не получается. Здравствуйте, привет, добрый вечер! Это «Языковой барьер». Классно, что вы с нами. Давайте поаплодируем друг другу. Круто. А что объединяет индийца, американца, англичанина, австралийца и даже белоруса? Знание английского языка, конечно. Да? Но потом все видятся, да, встречаются, общаются. На каком языке? На языке любви и на английском. Я жду, что когда-нибудь им станет казахский языком международного общения. Но мы умеем ждать. Именно об английском языке наше шоу. Мы пытаемся развлекаться, имитируя различные акценты английского языка. Мои друзья, гости приходят, пытаются разобраться и понять, в чем дело. Записывают ответы сюда. А мы смотрим и хихикаем, потому что мы-то с вами знаем, какие мы нехорошие люди. Но мы все равно будем определять победителя. И у нас будет проигравший. Победитель у нас будет получать приз от наших друзей сервиса Aviasales. Aviasales – сервис по покупке дешевых авиабилетов. Они подарят приз победителю в нашей сегодняшней игре. Но, что интересно, проигравший не уйдет в слезах. Мы не будем ему плевать в спину, говорить: «Дурак, дурак, не возвращайся сюда». Не будет такого. Потому что совсем чуть-чуть. Тем более, что он с подарком уйдет. Да, а подарок ему подарит профи, сервис по поиску специалистов. Вот такая вещь. Они для проигравшего найдут профессионала по английскому языку. Он позанимается, потом придет и скажет: «Вы надо мной смеялись, а теперь кто последний смеется? Тоже вы, потому что надо еще больше заниматься». Ну что, давайте же знакомиться с нашими сегодняшними игроками. Это один стендап-комик, другой актер. Классные парни. И я надеюсь, вы их сразу полюбите. Если вы с ними не знакомы, сейчас познакомимся. Если вы их знаете, вообще супер. Давайте встретим под ваши аплодисменты. Дэн Антипин и Александр Забродин. I'm glad to see you. Классно, да? Hey. Понятно, кто выиграл, да? Yeah. Джокер из альтернативной вселенной. Александр Владимирович. Да. Денис Викторович, мы... Вы уже по имени-отчеству, да, решили общаться. В общем, немного расскажу. Саня,
Значит, в Comedy Battle, да, не спать. Все вот эти истории. Вместе с кем-то там вы вырывались? С Макаром Дедищевым. Постоянно там устраивали какие-то... Потом Макар Дедищев... Прославились. Что доказывает, что у Забы сердце огроменное. Он такой, да вообще. И сейчас в Калуге театр. В театре. Театр в Калуге. Если вы сидите вечером в театр, куда, что? У меня знакомый актер в Калуге. Поехали. Из Калуги есть кто-то в зале? Здрасте, приехали. Потому что все в театре. Потому что все сейчас сидят. А где этот хрен, блин? Нет, Александр Забродин, да, очень крутой парень. Давайте ему поаплодируем. Дэн Антипин. Блин, Дэн. Йоу. Я до сих пор в каждый раз вижу... Покажи их. Для меня это... Ну, покажи. Ну, это, блин, это, конечно, стиль. А у меня другое говорил лично. Это, конечно, стиль, который я никогда не пойму. Вот я так и говорю. Тиктокер, вайнер. Мог бы быть идеальный из Дэна. Да? Но, а ты же, подожди, без смеха. Ты в Якутске, у тебя же ты блогерством, да, каким-то занимался? Все ложь. Занимался в Якутии блогерством. Потом, когда его шаманы изгнали... В Москве стендап-клуб номер один на Арбате, да? И что, вы делаете еще подкаст? Ну, мы про комедию, у нас подкаст про комедию, поэтому мы решили, мы заебали уже одних и тех же звать. Решили 3 года, чтобы новые появились. Пацаны делали подкаст про стендап и назвали его «Sit-down». Ну, вы все, вы поняли, да? Мы уже настроили. В общем, смотри вниз. Дэн Антипин, давайте поаплодируем, Дэн. Смотрите, какая ситуация. Саня, когда я его пригласил, он начал сразу же говорить: «Я не знаю вообще ничего, ничего». Очень, очень эмоционально, очень долго меня в этом убеждает. Хотя я думаю, он, честно говоря... Я даже не понял, о чем вы поговорили. Подкаст, сидаун. О, йоу, пошли в жопу, блин. В общем, репрезентует русский народ сегодня, Саша. И мы, ну, соответственно, от этого у тебя акцент будет своеобразный. Как у тебя с английским, да? So good. Вау. Yeah. Вау. Yeah. Именно поэтому у нас 2 акцента на сегодня. Это австралийский акцент и это акцент школьной учительницы. Так. Да? Понятно, да? Все. Да? Все? Ты готов? Акцент со школьной учительницы. И более того, ты начинаешь, чтобы тебе было сразу проще въехать, не сидеть, не слушать. Не... Я понял. Все понял? Понял. Готов? Кто? Я записываю, кто сегодня дежурный, да? Вот это? Давайте, под аплодисменты. Александр Забродин начинает. Good afternoon, Светлана Евгеньевна. Пока все неплохо. Я вообще не знаю английский. Давай, давай. Блин, ну good afternoon. Good day, Александр Владимирова. Can you repeat, please? No? Блин, ты, конечно, на английском спрашиваешь. Тут уже этот сразу прям, конечно, прям... Знаете, я Бузова на канале Матч ТВ. Держись. Надо поддержать наших парней, реально, да? Я реально только базовое знаю, если честно. Я сейчас просто в***буюсь. Я просто такой... А сам в голове сейчас... Я такой... Автенун. Все хорошо будет, парни, все хорошо. Автенун. Самое страшное — начинать. Потом, когда поехал, пошло, там уже одно другое. Главное — не останавливаться. Это во всем, кстати, так. Видишь, да. Ты с прической чего человека стало. Все получится. Я только начал. Саш, ты готов? Мы. Do you understand the reason why I called you? Noch einmal. А? Это по-немецки, Жень, еще раз, если ты не в курсе. Приходите на съемки шоу «Акценты немецкого». Просто... С
Саня просто в кино только фашистов играет. Языковая барьерная, этот, языковая стена берлинская, вот это вот. Пожалуйста, еще. Давайте Дэну поаплодируем, это ужасный момент. Я здесь только за это отвечаю. This is because this past in a guy. Окей. Класс. Дальше должно быть I'm Slim Shady, the real Slim Shady, да, там? Так. Да, я. Видно, кто любимчик, блядь. Yes. Училка — это сраная, самая сложная. Подожди, это реально было просто? Да? Yes. Да. Ой, куда я полечу, интересно? Готов? Да я уже просто циферки пишу. I swear, mate, I don't know what came over me, mate. I was just trying to wank a cracking jokes and... And you hit the child. That's the decision, right? Я не понял. Let's talk like a kangaroo to kangaroo, mate. Там жесткий минимализм, чтобы вы понимали, там... Господи. Там можно так. The importance of being earnest. А еще, не, все. Все, все. Дэн. Я! Тебе привезти магнитик, Сань. Сань. Yes? Готов? Тупой диалог. Yes, yeah. Well, he's really annoyed. Even if he's silent, he pisses me off. Do you know what the bad words, the worst thing is, Светлана Евгеньевна? It's like London, the capital of Great Britain. I very, very agree with you. Then? Yep. Disgusting, yes? Very, very bad. But what are you going to do, Светлана Евгеньевна? Забыл слово. Disgusting, что это? Хоть кто-нибудь, Все хорошо, да? Yeah. Ты на английском, да, разговариваешь там? Yeah. Поехали. Anybody. Let's call his parents. And we'll make them feel many, many pain for a long time. Готов? Easy. We'll tear this bastard another asshole. Все? Нет, последний у тебя. Make them look like the portrait of Dorian Gray. Spoiler alert. In the end of the book. Ну что ж, давайте под аплодисменты попросим парней прочитать, что у них получилось. Узнаем оригинальный текст. Начинал Саня. Да. Доброе время суток, Светлана Евгеньевна. А как ты выкрутился от авторнуна? Привет. Ну, грубо говоря, там привет, если честно. Там просто привет, и Сергей вроде его как-то звали. Я не расслышал. Вы меня понимаете, когда мне холодно? Я выключу кондиционер. Извини, я просто пытался это... У меня не записано реально. Я...
Я реально... Хорошо, продолжаем. Да. И ты хит для детей. The Decisions. Понял? Это произошло случайно. Импортируем мы. Yeah. Да. Да? Piece of... Что-то у меня там было... типа, ладно, что позволяет себе этот кусок дерьма? Ты знаешь, что я знаю, что Лондон — это столица Великобритании? Это тебе не шутки. Соглашусь. Это ужасно. Очень-очень плохо. Но ты хочешь ту-ту, Светлана Евгеньевна? Худший порнофильм вообще. Реально, все похоже. Даже комната, фильм. Ладно. Надо позвонить их родителям. Его родителям. Родителям позвонить надо. Позвоните родителям. Да, это была фраза? Да, позвони родителям. Что происходит? Потому что у меня написано «И много-много боли долгое время». И у меня дальше «Пусть плачут, ублюдки». Я как портрет Дориана Грея. Только книга. Браво! Это был диалог в исполнении Александра Забродина и Дэна Антипина. Аплодисменты, парня. Ну что, кем вы, кажется, вы были? Ты думаешь, кто ты был в этом диалоге? Мне кажется, что это реально было порно. И типа... Светлана Евгеньевна, почему мой ребенок говорит с австралийским акцентом? Ты-то кто был? Подожди, я... Так, сейчас... давайте так, я турист. Турист. Я турист. Хорошо, ты турист? Одним словом, кем ты был? Я был учительницей, и я разговаривал с другой учительницей по поводу поведения ученика. Учительницу вызвал директор. А, это директор? Блин, надо было, правда, на порнуху давить. Не, я понял, я думал, мы два учителя. Я думал, мы два учителя. Ну, в каком-то смысле вы два учителя. Да, мы два учителя. И мы там кто-то шутил плохо, и мы из-за этого вот решили собраться. Меня вызвали к директору, судя по всему, из-за ученика. Да, ученика по фамилии Постильный, который ты не услышал. А, Постильный? Да. Нормально. Итак, давайте, кому кажется, что Дэн был ближе к оригиналу? Кому кажется, что Александр был ближе к оригиналу? Ну что ж, вот так все и решилось. Калуга забирает победные 3 очка из Москвы. Мы благодарим парней за участие. Сегодня языковой барьер преодолел Александр Забродин. И поэтому он получает подарок от наших друзей Aviasales. Aviasales – сервис по покупке дешевых авиабилетов. Респект, Саня! Все, я полетел! Я полетел! Ну, лед какой-то. Дэн, ну ты не расстраивайся, ты сегодня уступил, конечно, но наши друзья из профи дали тебе подарок, и ты сможешь найти себе специалиста по английскому языку. Вау! Профи! Сервис поиска специалистов. Класс! Что, давайте поаплодируем парням, проводим их со сцены. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, бро. Спасибо. Слушайте, что ж, английский язык, он для всех, видите, и вообще надо больше языков учить, мне кажется, больше акцентов. Сегодня на немецком узнал фразу. Неважно, белый ты, черный, серый, коричневый, даже с крашенными ногтями. Все равно, языковой барьер, увидимся, давайте, пока.